На наше звернення до голови РДА Власова ніякої реакції не було. В списке также сепаратист и украинофоб находится. А гражданин Семен, папа, идите сюда. Да, и расскажите, как вы украинофоб, а потрапили до списка ББП? Что делаете? У вас были страницы в Одноклассниках сепаратической направленности. Вот у вашей страницы. С какой? Именно. Вот объясните. А кто здесь уже украинского телебачения поделился? Да, он это... Вот объясните мне, с какой? Ганьба! 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 Ну, так вот люди прячутся от людей. Эти чиновники прячутся от людей на сегодняшний день. Вот дверь Калавера администрации. Мы узнаем, где он находится. Может, у него какое-то заседание. Притом, поведомление было передано, что мы сегодня громада... Славянская района собирается прийти на митинг. Цель митинга наша была озвучена о том, что не допустить сепаратистов и украинофобов во власть. Господину Власову пришли. Вот это помощники господина Власова. Это Власова находится сейчас в исполкоме на заседании. Я понял. Ну, кто-то из вас это выйдет людям. И кто-то... Ну вот вы сейчас вы, а вы, этот, господин Резников, являетесь номером один в списке, правильно? Вы являетесь основным человеком. Мы обратились к вам неделю назад. Уберите сепаратиста со списка. Ваша реакция какая? Вы приняли какое-то коллегиальное решение. Вы собирались, рассматривали эти вопросы. Скажите мне, пожалуйста. Мы когда говорили, вы говорили, представите. Мы доказательства сейчас представлены. Доказательства, что у него лайки у него новороссийских флагов. Он под новороссийскими флагами, ему нравятся ссылки на Новороссию, ему нравится... Вы говорите, покажите доказательства. Доказательства есть, зайдите в интернете, доказательства вы увидите. Вы неужели, опять же, вы докажите, что он не сепаратист. Докажите, что он не сепаратист. А вы смеетесь, господин Неонкин. Вы же недавно говорили, что это... Вы тогда боролись со мной. Вы даже неправду сказали, когда этот дедушка недавно сказал о том, что я где-то был в Грузии. Вы мне звонили из долины, а я прятался в Краматорске. Вы мне звонили и говорили. Во-первых, давай на два тона тише. Потише. Ты не у себя дома, я еще раз. Да, и я у себя дома. Я у себя дома и у себя. Да, я тоже у себя дома. И я такой же. На своей земле. А вы что в кабинете делаете? Ну кто вы? Нет, ну кто? Вы не активист. Я не вижу вашей активности. Какой же активист? Ну какой же активист? Я говорю, ну где вы, какой активист? Все, пошли. Давайте. Ты такой же активист. Я такой же Русаков. Русаков. Я говорю, все, пошли. Будем продолжать борьбу, и на этом мы не остановимся, пока они не уберут сепаратиста со списком. Также мы видели чиновников, сидящих в кабинете, хотя это не чиновники, это просто обычные люди, сидящие в кабинетах. Просто надо спросить, кто это такие. Это просто какие-то шарлатаны и какие-то непонятные личности сидят. Хотя они никакому отношению к районной держадминистрации не имеют. Тут дом Славянский. У нас есть нормальные судьи. С приводу этого громадского протеста, коли ми маємо вже весомі доказательства в отношении того, що чоловік не являється з проукраїнської позиції, він з сьогоднішнього дня, согласно процедури, буде ісключений з списку партії «Блок Петра Порошенка» «Солідарність». От ми були свідками, коли представники громадськості зайшли до кабінету, здається, заступника голови райдержадміністрації, там була певна розмова, і потім пан Леонтьєв просто застосував грубу фізичну силу і виштовхав Мартіроса Григоряна, і ледь не викинув його сюди на сходи. Взагалі, от яку посаду займає пан Леонтьєв і чи має він повноваження так силу застосовувати? Ну, це якби не зовсім доречне питання, тому що
Пан Мартиросов тоже, будем говорить, вел себя не дуже поважно в сложившейся ситуации. Он просто попросил его выйти из кабинета. Но он его выштовхал. Комментировать больше ничего не буду. Ой, извините. Были в район выдвинуты наши, как бы делегировались от общественности люди, Власов, Леонтьев и так далее, которые сейчас здесь сидят и говорят, что вы сюда не ходите, вы там кого-то другого иллюстрируете. Но на сегодняшний день, когда у них в списках появился человек, который, ну, по всем своим социальным страницам видно, что он сепаратист, то есть они этого почему-то не видят. То есть на сегодняшний день они после вот так этого небольшого митинга все-таки согласились убрать его со списков. Но как повел себя Леонтьев в кабинете, вы, наверное, засняли. То есть он ничем не отличается от тех маргиналов, которые были до него. И вот самая большая проблема, я считаю, все-таки, когда приходят кандидаты в депутаты, кандидаты в чиновники, приходят на свои места, на стулья, они забывают, ради чего они шли и от кого они шли. И вот хочу сказать, наверное, что только благодаря Славянской сечи сегодня его не вкинули в этот бак, потому как мы одели форму, и мы сегодня здесь смотрим за порядком. Пусть благодарит Бога, что есть Славянская сечь, которая пока их охраняет от общественности. Если мы не выйдем и не будем страховать их, боюсь, что они опять будут ездить в мусорках и так далее. Спасибо. И как минимум...